Привет, мои двухколесные друзья! Что я хочу рассказать? Так, 100 пудов где-то ошибусь, все, погнали. Поселение Пенополю... Блин, ладно, про что-то другое расскажу. Это как только... Так и все. Зоны... Что еще, наверное, хотелось бы отметить? Цена может показаться... Я щенкот. Сказать заключение тогда. Моя рекомендация... Да. Привет, мои двухколесные друзья! Я отобрала для себя несколько новинок от Alpinstars этого сезона. Первые будут перчатки. Я приверженец длинных перчаток для трека и рекомендую в городе тоже по возможности носить длинные перчатки. Но чаще всего перчатки, которые очень сильно защищенные, не имеют самого важного, не имеют тачскрина для экрана вашего телефона. Ну, почему это мне, например, важно? Я периодически на треке хочу посмотреть регистратор со своего мотоцикла. И снимать перчатки это не всегда удобно, хочется это сделать быстро. Так вот, эти перчатки Alpinstars, несмотря на то, что они мега защищенные и подходят как в город, так и на трек, они с тачскрином. Дальше, что мы здесь видим? Стандартное усиление пенополиуретаном наших костяшек пальцев, перфорированная кожа, двойная кожа на ладони и также усиление искусственной замши на ребре ладони. Естественно, двойная застежка – это вообще топчик, когда фиксируется в двух местах и уже точно ничего у вас не расстегнется. В целом, мои ощущения – перчатки более мягкие, чем предыдущие версии. Здесь есть вставка тканевая между большим пальцем и указательным пальцем. Вставки на ладони тканевые препятствуют скручиванию кожи, и у вас не будет малого башмака на руке. Цена оправдывает, поскольку в этих перчатках вы будете ездить долго, и они сохранят первоначальные свойства как минимум несколько сезонов. Так что, друзья, моя рекомендация – да.